Цветовой эффект можно увидеть уже в эти минуты. А зрители «Красного факела» обязательно прочитают пьесу Чехова «Три сестры». Премьера постановки режиссера Кулябина завтра. Играть спектакль будут на языке жестов с русскими субтитрами, без которых, кстати, текст не поймут и слабослышащие люди. Ведь говорить актерам предстоит в процессе действий, иногда даже отворачиваясь от зала. Спектакль уже показали на фестивале в Екатеринбурге. И публика, как рассказали авторы премьеры, была ошеломлена. Дом Прозоровых без стен, минимальный звуковой ряд, субтитры с дословным чеховским текстом и абсолютно реальный язык жестов. Учить его актеры начали еще 2 года назад, только год ушел на то, чтобы запомнить собственный текст, а после нужно было тренироваться, произносить его со сцены и понимать реплики партнеров. Получился довольно странный эффект, потому что артист, сидя вот так вот за столом, говоря текст, в общем, уже освоился в этом, но когда я его просил говорить текст и пройти там по комнате, он этого не мог. Ему пришлось научиться ходить и говорить. Потом я просил взять в руки какой-то предмет, ну, там, телефон, книжку, или пить чай, говорить текст, оказалось еще сложнее.